Hello. I live in Budapest. Hello. Istanbul. Istanbul? Hey. Yes, I am a friend. Hi. Свадьба. My name Alex. What's your name? My name Jan. Jan? Jan. My name is Togan. Togan. This is Andrew Bolt. Okay. Jolt, Jolt. My name is Eyyub. Okay. Eyyub. How are you? Thank you. How are Jolt, Jolt? Water, hot. How are hot? Hot. Good, good, good brother. Goodbye. Good away. Goodbye. Гарик, тут постой, я сейчас скажу. Короче, братва интересная попалась. Thank you. Thank you. Вот. Евро, лира. Лира. Yes. We travel. Do you wanna drink something? Maybe juice. Orange juice. Okay. Orange juice. Juice. My own. Yeah. I need this electric bike. Electric bike. Need For repair. For repair. Electric bike repair. Or no repair. Charge socket 22. You 220 volts usual socket. There is a usual socket. There is an electric store here, but not open because 8. You know 8? Socket. Socket charge cable. Charge at my Ага. Слушай, турок на английском что-то. Сейчас общественность решит, как нам заряжаться. Окей. Can use this. Окей. Thank you. Так, а где же мы их положим? О, сынки. Charge both of them? Both of them? Both of them together? Both. Yellow. Baktım da şey amle mi var? Пойди сока купи. Украина. Украина bizden be. Öyle mi bir soda? Merhaba. Soda. Harik. You see your son? Yes. Bak. Orange. Apple, lemon, watermelon. Сейчас. Гарик, что ты будешь? Апельсин, яблоко и лимонное. Давай два таких возьмем, да? Давай. Ту. Давай, окей. Давай, да. How much this? No. Thank you very much. Сынки. Сейчас мы ему шарик.
fulllediğin zaman kaç dakika, kaç saat sürüyor? How many hour will continue to charge? One, two hour? Two hours of full. Full. Okay. How many kilometer you can go full charge? 100. Woo. 100. 100 kilometer. Tam dolu. Very long. Hey, Eric, come on. Let's take a photo. Take a photo. Okay. Have you Instagram or Facebook use? Yes, yes. I can add you and Eric, Alex. My name is Hussein, by the way. Hussein? Hussein, yes. Oh, good. I know name Hussein. Okay, how do I write? Is this Facebook? Yes, Facebook. Russian letter. No Russian. Her yazsın o be. Alex. You, surname? No. Это все та же свадьба, которую мы видели 2 часа назад. А мы здесь заряжаемся. Короче, мы здесь сидим, заряжаемся. И Гарик делает урок по рисованию. Со своим учителем. И все турки на него смотрят. Вот это тема. Вот это темный урок. Вот смотрите, гостеприимство турецкое. Сколько нам дали воды. Еще другой воды, сока, фруктов, Гарику. Еды дали. А Гарик все урок по рисованию делает. Сейчас видно. То есть. Это вот классический пример турецкого гостеприимства. Делимся с бродягами, такими как мы. Там она вообще худая за Гариком собака. Мамка пришла. Мы решили скинуть им. У нас тут старенький хлеб есть. Немного еды, которую мы не сильно едим, с шоколадом. Всякие какие-то там пирожки нам дали в турке. И мы собаке дадим. Им поможет не умереть, а нам поможет нормально спать, если мы не съедим шоколадную булочку. Вот она хай попьет айрана. О, нормально. На здоровье. Мы, возможно, вам покажемся немного странненькими, но мы отдаем банку шоколада, которую нам турки дали. Просто вот банка целая шоколада собакам. Потому что на асфальт вылаживают. Они сидят. Просто
Чтобы вы понимали, от шоколада спать невозможно. Кто не понимает этого, подсчитайте, что такое кофеин и в чем он содержится. Вот. Я имею право это говорить, потому что я сплю нормально. Благодаря тому, что мы убрали и в еде тоже шоколад. Вот. А турки нам так его втюхивали и не слушали, что мы его не едим. То есть, а вот собакам он как раз все равно, как раз вот пригодится. Протянуть еще недельку на этом шоколаде. Так что вот такие вот мы немножко ненормальные на голову. Но мнение как бы не важно, важен результат. Вот так вот. Понравилось, понравилось. Заговорила. А вторая вон с перебитой лапой лежит сверху. Худее, капец. О, как ест с крышкой. Молодчага. Давай всю банку. Всю. Я прошу проверить, я вам. Лапа у меня забита. Короче.